Как племя превращается в народ, сажай сад, копай огород, и никому войной не угрожая, и отмечая праздник урожая, плодами наполняя закрома и возводя уютные дома, в любви и вере продолжая род. Вот вам народ, а все же не народ, чего-то здесь еще не достает, а нужен им историк и поэт, свидетель поражений и побед. И над строкою труженик исправный, невольник чести и защитник правды, чья роль невероятно высока, поскольку он хранитель языка, который в трудный час всех соберет. Вот вам народ, а все же не народ, чего-то здесь еще не достает. Не достает осмелиться, посметь, превозмогая собственную смерть и побеждая корость и обиду, соорудить, к примеру, пирамиду, а лучше бы, отбросив всякий хлам, собраться с духом и поставить храм, который не разрушат времена. Какая ни случилась бы война, народы превращая в племена.